Здравствуйте, дорогие мои друзья рыболовы. По вашим просьбам поговорим о правилах рыболовства в Татарстане. Там есть свои особенности. Ну, поговорим в процессе. В Татарстане есть запретные для добычи места, где ловить совершенно нельзя. Это у плотины Нижнекамской ГЭС, ниже плотины на расстоянии 3 километра и выше плотины на расстоянии 0,5 километра. Запретные сроки с 25 апреля по 5 июня всех видов водных биоресурсов Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, спадающие в них реками. Ну, как всегда, за исключением одной поплавочной или донной, вне нерестовых участков. Запретные для добычи виды рыб – осетровые, хариус, таймень, кумжа, подуст, горчак. Ну и минимальный размер рыб, в общем, тоже достаточно традиционный. Жерех 40, судак 40, лещ 25, ну, в общем, все как. Единственное, что опять хочу сказать, что те рыбы, которые не вошли в эту таблицу, на них промысловый размер не установлен, и вы их можете ловить любого размера. А вот что касается суточной нормы добычи, здесь установлена для леща, судака, щуки, сазана суточная норма добычи в 5 килограмм, то есть вы не можете рыбу одного вида поймать больше 5 килограмм, скажем, судака больше 5, там, щуки больше 5. Но суммарная суточная норма – это 5 килограмм на человека, независимо, входит эта рыба в эту таблицу или не входит. Скажем, одного там окуня наловили или одной плотвы, все равно не больше 5 килограмм. Вот такие вот дела. Ну, вот такие вот правила рыболовства в Татарстане. Кому это было полезно, буду только рад. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ни хвоста вам, ни чешуи. И до свидания.